Азербайджан начал экспортировать растения, выращенные в пробирках в страны СНГ. Речь идет о стеблях фруктовых деревьев с хорошо развитой корневой системой. Первым заказчиком стал Кыргызстан. Кямран Гусейнов продолжит. По двое сливы, персика, нектарины и черешни отправляются заказчикам. Скоро они будут расти в промышленных садах. В Кыргызстан больше 100 тысяч растений поедут в холодильных камерах, чтобы не испортились. Заказчикам важно, чтобы эти растения могли быть пригодны для различных видов почв, были устойчивыми к засухе, заморозкам. К тому же наши растения, выращенные по современным технологиям, быстрее дают урожай. Через 3 года вместо 5. Добиться таких показателей позволяет технология выращивания. Сначала в пробирках, потом в теплицах. В парниках они проходят период адаптации к климатическим условиям регионов, в которых их в дальнейшем отправят. То есть это влажность, температура. Тут в парниках эти параметры задаются и поддерживаются автоматикой. Готовые к отправке подвои полностью приспособлены к новым условиям. В Кыргызстане их ждут с прошлого года, когда подписали договор о поставках. Для нашего предприятия это большой шаг. Мы только 3 года как начали активную деятельность и уже потихоньку выходим на международный уровень. На международный уровень выходят и другие аграрии Азербайджана. Уже есть договоренности о поставках саженцев из Евлахского агропарка и в Кыргызстан, и в другие страны СНГ. Кямран Гусейнов, Афган Афганзаде, Фуат Гасымов, Мир-24. Добавлю, по технологии инвитро в Азербайджане выращивают 4 миллиона различных растений в год.